Baby, when I look at you, baby girl, you're so beautiful. Now when I take a look at you, know that you are beautiful. Purchase your I see the sexy lady on the floor, on the table, whenever she goes, when she on the label. What is going on, everybody? Welcome back to Jelly Goon TV. Welcome back to all you beautiful viewers and subscribers. Thank you so much for watching this video. Today we have another video from Russia where they ask people about different things. But before I get to that, I want to say there's something down below, a PayPal where you can go support and donate if you want to when this coronavirus is over. Trying to make some trips to Russia, trying to make some trips to Auschwitz, trying to show respect for the different history places. But today we have another video. There's also music down below. But today we have a video, what Russian things about LGBTQ, I think. This is just LGBT. But I think they add another letter. So, well, yeah, with all respect, please keep it dempt in the comment down below. Please don't disrespect anybody. Come with an open mind. Of course, your opinion is welcome, but keep it nice. So, yeah, without further ado, let's get into this one and let's go. Как вы думаете, много ли в России ЛГБТ людей? Не думаю, что много. А как вы сами к ним относитесь? Я отношусь к ним нейтрально, но если они выебываются на протестах и так далее, блять, распространяют ЛГБТ-тему, то это пиздец как раздражает. Это что, лесбиянки, которые вот эти все? Лесбиянки, геи, би, трансгендеры. Много, мне кажется, да? Да-да. Процентов 20, в основном реселлеры. Процентов 20-25. Среди ваших 5 друзей есть один гей? Ну, я не знаю об этом, по крайней мере. Я думаю, не 7, а процентов 15 где-то. В 2 раза больше. Стоп. Конечно, много. Сколько процентов, я не скажу, но достаточно много. Просто они все достаточно скрытные ребята. Зайдите в любой гей-клуб и найдете. В Москве много гей-клубов? Ну, есть. Адреса могу скинуть, если надо. Как вы думаете, в России много ЛГБТ-людей? Думаю, что да, просто их так все презирают, то что они не выходят на улицу. Не показывают. А сколько в процентах, как думаете? Ну, 60. 60%. А как вы сами относитесь к ЛГБТ? Мне они не нравятся. Кто-то особенный не нравится? Да нет, в принципе, просто это как бы противно выглядит. Ладно, если бы это делали только дома, то это делают еще и как бы на улице. И как бы, блин, ну держите при себе все свое. Ну, ходить в парады, к минимуму устраивать, допустим, по центру, это пиздец вообще. Если вы гей, бейтесь спокойно дома. Зачем, блядь, на вид это показывать? Отлично отношусь, положительно. Среди ваших друзей есть кто-нибудь? Да, достаточно. Открытый? Ну, наполовину, ну, в смысле, наполовину открытый, а наполовину закрытый, конечно. В нашей стране очень сложно быть открытым. Что в нашей стране сложно? Все сложно в нашей стране. Мы снимаем для западной аудитории, они совершенно не знакомы с Россией. Не приезжайте в Россию, пожалуйста. What? Заберите нас отсюда. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Ну, нейтрально, мне все равно. То есть, даже не все равно, я на самом деле поддерживаю, потому что людей обижают, их должен кто-то поддерживать, я поддерживаю. А как их именно обижают? Ну, обижают так, что люди должны это скрывать, потому что меняется отношение и... Тебе просто сложнее становится жить, если ты открытый. Отношусь, ну, не сколько положительно, адекватно, по крайней мере, адекватно, но не гомофоб. Как вы сами относитесь к ЛГБТ? Ну, учитывая то, что в европейских странах и также в странах Запада к этому относятся вполне себе гуманно, но наша страна, к сожалению... Well, not everybody is... А вы сами как относитесь? Спокойно, нейтрально. Если человек это не показывает, то... Вот человек стал геем или лесбиянкой, что должно происходить вокруг? Да вот, оно все уже происходит. Что конкретно? Ну как разврат, не семейные ценности, а моральность, похоть, ой, наркотики. А что относится, например, к семейным ценностям? Ну мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Ну точно не родитель номер один и родитель номер два. Ну что влияет на сексуальную ориентацию? Ну, видимо, его собственное отношение к этому. То есть, если он себя считает такого-то гендера, значит, он так вот, ну, значит, он такого-то гендера. Окружение могло повлиять. Да и вообще какие-то личные предпочтения. Да, мне нравится какая-то музыка определенного жанра, и что я могу с этим поделать. То же самое. Просто это человек так чувствует. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал геем или лесбиянкой? Или би? Ну, я не знаю, наверное, в твоем окружении должны быть люди тоже с такими предпочтениями. То есть, что ты должен это видеть, возможно, это фильмы какие-то. То есть, что-то, что должно
привлечь твое внимание, ты подумал, есть что-то такое. Ну, есть варианты, что жестокий, это насилие, может быть, какое-то в семье произошло, такое бывает, но есть варианты, что наоборот, что человек просто любит. Человек любит, и если влюбится, то как бы можно же и кого угодно влюбиться. Что может повлиять на сексуальную ориентацию? Ну, типа, есть серьезное воспитание родителей изначально. Вообще окружение. А каким должно быть окружение, чтобы человек стал ЛГБТшником? Ты должен флексить на ЦБ, нюхать мефедрон и носить Balenciaga Triple S. Не знаю, как по мне, так это психологический сдвиг в человеке. Ну, я думаю, это врожденное, конечно. Общество не может повлиять на выбор человека? Ну, может насильственными методами, но зачем? А как вы думаете, что влияет на сексуальную ориентацию человека? Окружение с детства. То, насколько у вас открыты, ну, родители, например. Вообще на сексуальную половую жизнь это очень сильно влияет. Если у вас родители открытые, ну, партнеры показывают свою сексуальность, то и, ну, как бы, дети такие же. Вот у меня мама была открытая и любила и женщин, и мужчин, поэтому мне это передалось, я отношусь одинаково и к женщинам, и к мужчинам, я думаю, так. Вы думаете, это передается по наследству? Не по наследству, а как пример. Ну, как бы, моя мама не скрывала, что она любит и женщин, и мужчин, и я поэтому тоже не скрываю это. Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок совершил камин-аут? Ну, я бы поговорила бы с ним в первую очередь. Как бы поговорили. Выяснила, что, как он это понял, почему, вот, ну, как, ну, в общем, что произошло в его жизни. What happens in the background? Somebody is fucking up a kid. Ну, пришлось бы проводить с ним дисциплинарный воспитательный процесс. Что конкретно вы бы сделали? Ну, мало ли что. Ну, наверное, импровизация была бы. Но я думаю, я бы добился того, чтобы он для себя принял, что если он девочка, то он должен доиграть эту роль девочкой. Если он мальчик, то он должен доиграть роль мальчика. А там уже пускай разбирается потом. Ну, я думаю, если вышел на сцену мальчиком, ну так играй роль мальчика. Ну, что переодеваться в Мальвину-то? Это же роль Пьеро, правильно? Ну, я бы поддержал его. Я как бы, не знаю, я бы хорошо к этому отнесся, совершенно положительно. С другой стороны, мне было бы, наверное, не очень приятно осознавать, что ему будет тяжело жить в этом мире. Я бы не то, что не выгонял бы его из дома, я бы его поддержал, и, ну, ничего плохого не было. Я думаю, мы бы поговорили, обсудили. Если бы я поняла, что это действительно выбор моего ребенка, это его предпочтение, я бы его за это не судила. Без проблем, я положительно отношусь к этому, поэтому я приму его любым, даже если он решит себе что-нибудь отрезать. Можете ли вы назвать какого-нибудь известного представителя ЛГБТ? Ну, этот, кто он там? Я не знаю, кто он. Поет-то. Музыкант. Кто-то в России? Да ну нафиг, американец какой-то. Элтон Джон? Вот, точно. А откуда вы про него знаете? Ну, по телеку говорят. Ага. Про него фильм сняли, по-моему, да, в России? Я не знаю, но музыка-то она это хорошая, понимаешь? Но все же зависит от того, на чью территорию она служит. Правильно? В смысле, Стивен Фрай. А кто это? Это британский комик и писатель, и вообще классный очень мужик. Ну, я знаю, что Анджелина Джоли очень-очень бисексуальна. У нее же Брэд Питт и 10 детей. Да, да, но она еще любит женщин, или нужны именно лесбиянки? Мир полон грязи. Как очистить мир от грязи? Никак. Если бы у вас была большая красная кнопка, на которую вы могли бы нажать, и все геи исчезли, как будто все забыли бы про них сразу, вы бы нажали на нее? Я бы на нее нисколько не нажал, сколько спрятал бы ее куда подальше, сжег бы, ну, дезактивировал бы каким-то образом. Ну, смотря как исчезли. Тут как бы такой вопрос. Знаете, как, ну, Танос. Ну, как вы, как геноцид? Нет. Нет. Хорошо. Нет. Просто исчезли. Надо над кем-то же рофлить, типа. Ну, по фану, типа, знаешь, рофлить над пидорами. Ну, если бы мне заплатили, я бы нажал. А за сколько ты бы нажал? The Jordan of Fight от Чикаго. Один сейчас. 200 тысяч. 200 тысяч, да? Да. Я бы не нажимал. Ну, конечно, иногда хочется сказать, почему у этого мальчика такой красивый мальчик? Почему ему повезло больше, чем девушке, которая рядом проходит? Да нет. Интересный вопрос, конечно. Я думаю, возможно. Нет. Почему нет? А как потом выявлять? Ну вот смотрите, это была бы суперумная кнопка, она бы сама определила, и как бы все, их не было бы. Вот смотри, если их сейчас удалить, появятся другие, правильно? Нужно хотя бы какое-то подобие, чтобы видеть, где они сбиваются-то. Где такие, где такие. Нужно просто по палатам разделить, и все будет нормально. Нет. Почему нет?
Я хорошая, добрая. Хорошо. All right, man. So yeah, that was a controversial video, of course, because in Russia they are kind of old tradition. Now some of the younger people actually open up for the LGBT, and you probably want to hear my opinion about it. Basically, my opinion about it is kind of neutral because I really don't give a fuck. I really don't care. As long as you don't press it on me, I do not care. You can be whoever you want to be in this world. If you're gay, lesbian, whatever you want to be, I do not care. It's your life. Go live it. Now, as long as gay people don't come on to me, and as long as they don't do anything near me to me, they can kiss on the street. I don't care. I just walk by. I really don't care. It's none of my business. It's their life. They can live it how it is. It's a free society. They can do whatever they do. Of course, there's some people who have a hard time doing that because I really can't see why you would choose somebody's business. Like, why you would choose somebody's life. Like, why would you delete them from the planet on Earth? They don't have the same rights as you just because they do something different than you. That's kind of messed up. And then you complain about your rights when somebody is stepping on you, but we have to listen to you. It's kind of weird, but I just think people need to be people and people need to be respectful for it. Is there a lot of cry babies in LGBT? Yes. Do they destroy it for the real gays and lesbians that are actually trying to get through this? Yes. Do they make a hypocrite about people, you know, trying to speak out on this, that they don't like it? Yes. Do they cancel everything? Yes. People, they allowed to have their opinion. I think that's the way that we choose who we're gonna listen to. So I think that these guys that came on and say they wanted to delete LGBT, I think they don't have an understanding of what it is. Like, racist people, they never really experience anything else but their cultures. So they never been with a Middle Eastern guy. They never been to, they never had a friend named Muhammad or a Muslim or anything. So they really can't. It's easier to hate people when you don't know them. It's much easier. And like this with the gays and everything. And I just think it's beautiful that people could be whoever they want to be. And I support that fullest, man. I really do. I support that. But that was my opinion. Please comment down below. What is your opinion about LGBT? What is the name? LGBT. Yeah, that's true. So what is your opinion? Comment down below. Let me know. Please let me know. It's okay. Come with your opinion. It's fully acceptable. Just keep it kind of okay. Like, don't be like, oh, faggot this, faggot that, whatever. Just keep it nice and explain your opinion what it is. So anyway, guys and girls, if you like this video, please hit the like button down below. And if you really want to support this channel, please do subscribe and hit that notification button so you get updated on the newest videos that come to this channel. And you become a member of the Jelly Goon Squad, of course. But anyway, guys and girls, I'm gonna see you in the next video, of course.